В день строителя глава городского округа побывал на поселке ЗСМ, встретился с работниками производственного участка номер 4 МОП ЕСКХ и юными спортсменами. Пообщались на разные темы развития массового спорта, обустройства спортивных площадок, благоустройства территории. Жители интересовались дальнейшей судьбой сквера возле мемориала Великой Отечественной войны, который вошел в число победителей всероссийского голосования по выбору объектов городской среды. На момент встречи проводилось определение границ объекта благоустройства и стоимости проектных работ. Как рассказал Виктор Анатольевич, делается все необходимое, чтобы войти в программу благоустройства. В рамках встречи глава муниципалитета ответил на интересующие вопросы жителей, а в связи с Днем строителя наградил передовиков заслуженными наградами. Ольга Желудева, Анастасия Булатова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.